Всем привет! Сегодня мы сделаем зацикленную анимацию в After Effects. Итак, начнем. Открываем After Effects. К примеру, у нас есть вот такая композиция с двумя вращающимися окружностями. И нам надо ее зациклить. Для этого выбираем нашу композицию, нажимаем правой клавишей мыши, выбираем Time, Enable Time Remapping. Как мы видим, сейчас у нас появились два вот таких ключа, а также возможность продлить композицию. Продлеваем нашу композицию, нажимаем пробел, и видим, что на втором ключе анимации наши окружности исчезают. Для того, чтобы этого избежать, зажимаем клавишу Alt и щелкаем по часикам. Вводим выражение Loop Out, скобочка открывается, кавычки, Cycle. Щелкаем в стороне, нажимаем пробел, и видим, что наша анимация зациклилась. Но здесь есть одно но. Но также мы видим, что на втором ключе анимация пропадает на один фрейм. То есть сначала она идет, пропадает и продолжается дальше. Чтобы убрать это мигание, с помощью сочетания клавиш Ctrl плюс стрелочка влево, отступаем назад на один фрейм, нажимаем «Добавить ключ анимации» и удаляем вот этот вот ключ анимации. Снова нажимаем пробел и видим, что мигание исчезло. Таким образом, вы можете зациклить любую вашу анимацию. И если этот урок был полезен для вас, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!